Всем привет, с вами я. Мы играем в Far Cry 4. Чё, братан, здорово. А, кстати, ребята, давайте возьмем автомат класс. Ай-яй-яй! Братишка, когда меня отпустят? Да, бля, накурили меня спайсом. Кто хейтеры, суки, лидеры? Отпусти. Наша долина там. Ну ладно, не долина, какая-то штука. Короче. Сейчас вам покажу свой. Вот это прикол! Оба, у нас тут какие-то шутки. Братаны, давайте, пойдемте к ним. Так, оба. Только, если честно, я ни разу не слышал. Говори, где он? Где детонатор? Где он? Где он? Говори, где сейчас детонатор? И тогда я позволю тебе умереть. У меня кнопки забиндены на другую кнопку. Кнопка забиндена на другую кнопку. Короче, как-то так. Так, ну, короче, меня поняли. Так. Я же хочу покинуть транспорт. Ну, я не хочу кидать транспорт. Покидать транспорт. Так, ну ладно. Я хочу. Так. А у нас это вон там. Окей, ладно. Я думаю, надо резкость понизить, а то
это что-то хрень какая-то. Ну, ой, блин. Вот. А, ну, хотя... Нет, она что-то резкая слишком. Резкая чувствительность. Ну, ладно, давайте реально понизим. Все, выходим. О, вот так вот нормально. Нормуль. Так, убирать. Господи, что тут творится? Так, ладно, нам, короче, надо в какую-то жопу мира ехать, я так понимаю. Как всегда. А, я так понимаю, нам надо освободить аванпост. Блин. Так, ладно, у нас тут проблемка, да? Ой, фак. Так, ой, блин, хули ты горишь-то, придурок. Погасить огонь, так. Ну, ладно, мы можем вот это вот использовать. Я думал, вот это будет лучше. Автомат Калашникова. Не, я думаю, с шестиком будет удобнее стрелять, ну, в смысле того, что... Ну, ты что, придурок, что ли, сам вылез? Сам себя поджёг. Ладно. Ой, чего их так много тут, а? Блядь. Блин, не дурак, да, я знаю. Так. Ну, или мне просто... Ну, он просто так. Я уйду. Ну, опять. What the fuck? А кто меня-то поджег? Я ж тоже не умею поджигаться сам. Так, ладно. Так, все, R-перезарядка. Так. У нас осталось очень мало патронов. Так что мы будем действовать. Тихо. Там какой-то чел, хрен знает кто вообще. А, ну я так понимаю, он это, он типа добрый. Ладно, шутка. Кто тут может быть добрый? Так, извини, брат. Я не хотел тебя бить. Помогите Бахарди. Я сейчас не знаю, кто это, ну ладно. Давай ты, придурок. Ой, ну какого фига ты и ты горишь-то? Ты-то какого фига горишь? Ты ж крутой, блядь. Ну ладно. Не суть, не будем его стебать. Стебком. О, ну... Ну, короче, вот там кокнули уже, ладно. Так. Где она реально? О. А, она здесь, я так понимаю. Так. Не надо гореть, братан. Так, и поедем мы. О! Давайте полетим-ка. Если, конечно, мы не упадем. Я поскольку не умею летать. Ну ладно. Так, давайте попробуем. Забраться. Ну, ладно. Так. Значит. Оба. Так. Оба-на. Ай, блин, куда ты, дебил? О, блин. А, блин, я дебил. Ладно, окей. Thank you.
Ну там еще два наложника. Не узнали. Я что-то заметил. Ну что, никто не пойдет разведывать? Да? Надо бить последним. Короче, я постараюсь это все сделать тихо. Ну, чисто все. Чтобы он даже не заметил. Чтобы он даже не попробовал запалить. Нет. Не, я, конечно, могу спалиться там. Совсем чуть-чуть, я думаю. Оба, даже не заметил. Офигенно. Все. Так. Ладно. Короче, она моя, да. Ладно. Конечно, таким же, как я. Я пойду пешком. Ладно. Короче, кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Такая вот скучная серия получилась. Ну, ладно. Всем удачи, всем пока. С вами был я. Подписывайтесь. Ставьте лойзы. Лойзы ставьте. Быстро. Быстро. Быстро что делать? Ладно. Всем удачи. Всем пока.